Нет. Наш день начался с того, что мы уже сходили в страховую. Нам нужно было там сделать одну штуку, написать заявление. Заявление было нужно написать о том, что я не против того, чтобы Диме вернули деньги, которые я заплатила за его операцию со своей карточки. В общем, да, такая вот канитель. Мы написали и теперь ждем, пока нам вернут наши денежки. Мы сегодня едем в кино. Поедем в Планету кино, мы туда постоянно ездим, потому что это наш любимый кинотеатр. Едем на фильм «Большая стена», да, на русском называется? «Большая стена»? Вроде того, или просто «Стена». Да, в общем, это такой боевичок, экшен. Нам захотелось такое что-то посмотреть. Потому что в последнее время мы смотрим там какие-то такие драмы, что-то такое тяжелое к восприятию. А вот захотелось расслабиться и посмотреть стрелялки, крушилки и ломалки. В 3D причем. Да. Мы приехали в «Планета кино», это наш с Димой любимый кинотеатр. Потому что, первое, здесь есть супермаркет, специальный с попкорном и со всеми делами. Второе, здесь есть электронные билеты. Третье, у них есть приложение, в котором можно прям покупать билеты. Круто же? Очень вкусный попкорн, на любой вкус и цвет. Еще здесь нужно покупать отдельно очки от билета. Они твои собственные. Да, у нас есть у каждого свои очки. Мы еще купили прошлым летом. А нам с Димой прошлым летом подарили очки, потому что нас пригласил кинотеатр, вы представляете, на премьеру 4D кино, и мы абсолютно бесплатно пошли, нам еще дали попкорн, еще дали воду бесплатно. Мы готовы. Да. Плавать. Действительно, как очки для плавания. Где на ком мы фильм пришли? Большая стена. Большая стена. Большие очки нужны было набрать. Фильм нам, в принципе, понравился, да, Дим? Ну, просто мы... Графика не очень... Мы такого нам ожидали, мы такое ожидали, просто такой трэш. Да. И поэтому, в принципе, нормально. Решили зайти поужинать с семьей после фильма. Как вы, наверное, догадались, ресторан какой кухни мы выбрали? Вот такой. Вот такой, не такой. Пошли? Да. Китайская, тайская кухня. Первое, что мы заказали, это коктейль. Называется «Китай» с джином и маракуйя. Спринг ролл с уткой. Мы заказали спринг ролл с овощами. А это суп том-ям. Туда входит лайм, морепродукты, грибы, лемонграсс и кокосовое молоко. Да. И подается он с рисом. И сам по себе он остренький. И макароны. Это я себе заказала баодзи с креветкой. Это рисовая лепешка. Которая... Ой, у меня оно развалилось. Чизкейк с зеленым чаем. Этот чизкейк, он с таким зеленым порошком, со вкусом зеленого чая. И вот он странный на вкус, он не совсем похож на зеленый чай. Немножко мне... Он другой, не такой, как зеленый чай. Но почему-то это зовется зеленый чай. Название кафе «Коко Шавель». Очень оригинально придумали, я такое не знала, кафе. Мы уже пришли домой. Вот немножко хочется сказать о ресторане, в котором мы были. В общем, у нас впечатления двуякие, потому что нам вроде как понравилось, потому что было, ну, кое-что было вкусное. Был вкусный суп, неплохие десерты. Но, знаете, это так как мы были в Азии, я была в Азии, вот мои родители были. Когда ты уже был в Азии и знаешь, как там, вот видно, что в этом ресторане шеф-повар не был в Азии и ничего не знает о азиатской кухне. И там, может, знает только по, не знаю, каким-то рецептам, может, в интернете или еще что-то. Ну, в общем, нету фишек азиатских. Вот спринг-роллы, они должны быть такие зажаренные. Потому что вот в Азии постоянно такое подают, они такое едят.
знаете, у них такой насыщенный должен быть вкус. А вот там вот оно как-то, знаете, по-нашему. Вот точно так же, как в Азии готовят бургеры, это вообще отдельная история, там правда готовят бургеры очень по-странному. В общем, я не знаю, как можно испортить бургер, но там это делают. Не говорю во всех ресторанах, в некоторых, но во многих. Точно так же вот и у нас. Нашему человеку непривычна азиатская кухня, особенно повару, который, возможно, не совсем профессионал. Ну, знаете, повара разные бывают. Вот. И такая атмосфера, ну, вот как-то, ну, не то, в общем. Ресторан не очень хороший, но, тем не менее, мы поели, мы наелись. Такой вот мой отзыв, мое личное мнение. Возможно, кто в Киеве пойдет туда, вам понравится. Я не буду с вами спорить, ну просто вот мне как-то не очень. Кстати, мы вот только что, только до нас дошло, что фильм назывался «Великая стена». То есть «Великая китайская стена», потому что мы дословно переводили с украинского, там «Великая стена», вот, и мы просто перевели «Большая стена». Вот, мы даже не подозревали, что это фильм о Великой китайской стене. Мы об этом только узнали, когда уже пришли на сеанс. Мы особо не читали описание фильма, как ни странно, потому что обычно мы так комплексно готовимся, читаем, что за фильм, стоит ли идти. Вот. А в этот раз мы просто так выбрали и пошли, и оказалось, что это про Великую китайскую стену, а не Большую стену. В общем, да, вот так вот забавно получилось. Если вам жалко денег, не идите. Одноразовое кино, которое можно скачать в интернете. Таких фильмов, как мы сегодня смотрели, миллион есть. Поэтому специально идти в кино и тратить на это деньги, не знаю, я бы не советовал. Разве что, если вы любитель 3D-кино, IMAX кинотеатров, тогда, в принципе, идти стоит. Потому что там можно просто откинуться, есть попкорн и смотреть, как летают огненные стрелы. Кстати, мы вчера говорили, что... Я вам немножко расскажу о айфоне. И да, может кто-то не знает, 7 айфон отличается не очень многим от 6 S, который у Димы, кстати. Здесь только лучше камера. Еще здесь наушники нельзя вставить в телефон. Они убрали этот выход для обычных наушников. Сделали переходник, и только так можно вставить наушники. Вот. И, в общем-то, ну, он немножко быстрее. И больше вроде как нет отличий. Я сейчас вам покажу переходничок. Они сделали такой переходник. И вот наушники. А наушники обычные, там обычный выход. Но вот переходник сюда вставляется в наушники, и это вставляется в телефон. Вот так они решили сделать, чтобы телефон стал тоньше, легче, наверное. Вот. Я не разбираюсь в этих делах. Ну и в общем я довольна. Мне очень нравится стабилизация, по-моему, намного лучше стала по сравнению с 6-м айфоном. Так что я довольна. Мы будем ложиться спать. Всем до завтра, всем хорошего дня. Смотрите нас. Пока-пока.